الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Наше послание сегодня, о котором мы будем с вами говорить и которое будем обсуждать, очень простое. Это очень простой проект. Проблема такова, что несмотря на то, что за него идет большая награда, многие люди допускают в этом вопросе большие послабления. Когда Всевышний Аллах создал Адама, мир ему, Он научил его приветствию. Адам – первый человек, которого создал Аллах. Аллах научил его, чтобы тот сказал ангелам «Ассаляму алейкум». В таком произношении и такими словами, как мы это говорим сейчас, на этом языке «Ассаляму алейкум варахматуллах», и ангелы ответили ему. Это слова, которыми мы сегодня приветствуем людей. «Ассаляму алейкум ва алейкум ассалям». Это приветствие обитателей рая. Все обитатели рая арабы? Ну, конечно, нет. Не все они арабы. Но несмотря на это, их приветствием в раю будет салям. Как говорится в Коране, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал людей к тому, что если кто-то увидел других людей, чтобы он приветствовал их словами «Ассаляму алейкум». Он даже сказал, если он начнет разговаривать с вами, не сказав перед этим «Ассаляму алейкум», не отвечайте ему, пока он не скажет приветствие. Он не должен говорить «Доброе утро», «Да сделает Аллах добрым ваш вечер». Это все надо говорить потом. Самые первые слова, с которых надо начинать, это «Ассаляму алейкум». А потом можно спрашивать «Как ты?», произносить другие приветственные слова или говорить о чем хочешь. Просто начни с установленных шариатом слов, с приветствия обитателей рая. «Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракатуху». Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, зашел один человек. И он сказал про него 10. Зашел второй, и про него пророк сказал 20. Пришел третий, и про него он сказал 30. Люди спросили, почему ты сказал так, о посланник Аллаха? Он ответил, первый человек сказал «Ассаляму алейкум», и про него я сказал 10. Второй сказал «Ассаляму алейкум варахматуллах», и я сказал 20, то есть 20 благодеяний. Третий сказал «Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракатуху», и я сказал 30 благодеяний. Это тебе будет что-то стоить? Когда сегодня ты зайдешь на какое-либо собрание, не говори просто «Ассаляму алейкум». Как только войдешь, скажи «Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракатуху». Ты видишь, что люди не привыкли к этому. Сегодня люди забывают сказать даже слово «Ассалям». Человек начинает со слов «Доброго всем вечера». «Доброго утра». Хорошо. Ты зашел на людское собрание. Начни с предписанного шариатом приветствия, а потом уже говори все остальное. Когда такой человек заканчивает свою речь, он говорит любые слова. По шариату нет разницы, начало это или конец. Ты начинаешь словами саляма и заканчиваешь салямом. Сунна является давать салям тому, кого знаешь и кого не знаешь. То есть, например, кто-то шел по дороге, и он встретил группу людей, одного из которых он знает. Тогда он говорит им «Ассаляму алейкум». Если же он не знал их, он их не приветствует. Брат мой, тебе будет за это награда. Представь себе, как кто-то идет по рынку, переходя от павильона к павильону, от магазина к магазину. Он проходит, а владельцы магазинов стоят снаружи. Представь, что каждый раз, когда он проходит мимо владельцев магазинов, он говорит «Ассаляму алейкум». Он говорит это по привычке, и те отвечают ему «Ва алейкум ассалям». Представь, если он скажет ему «Ассаляму алейкум варахматуллах», если он еще добавит «Ва баракатуху». Представь, что таким образом он прошел 30 магазинов, туда и обратно. Какую награду он получит? Считай благодеяние. Хасанаты, которые ты будешь собирать, должна выработаться привычка. Начни с сегодняшнего дня. Сегодня мы говорим, что это день саляма. Как только ты заходишь в дом, говори «Ассаляму алейкум». Вышел из дома, говори «Ассаляму алейкум». Каждый раз, когда ты увидишь ребенка или взрослого, араба или не араба, начни с «Ассаляму алейкум». Один из моих любимых братьев рассказывал, я видел, до того, как начал делать намаз, я видел человека, который каждый раз, как шел в мечеть по дороге, говорил мне «Ассаляму алейкум». И я отвечал ему,
Он говорит, и любовь к нему зашла в мое сердце, ведь он приветствует меня, когда идет в мечеть, и приветствует меня, когда возвращается обратно. Так любовь к этому человеку заставила меня полюбить место, куда он ходил. Что это за место? Дом Аллаха. Он говорит, полюбить мечеть и намаз меня заставило то, как он приветствовал меня. Он не говорил ему, делай намаз, почему ты не делаешь намаз? Он не приводил ему аяты и хадисы про намаз ни разу. Он просто распространял салям. Он рассказывал, он заставил меня полюбить дом Аллаха, поэтому я стал делать намаз и искать его. Зачем? Чтобы пойти к нему и поприветствовать его. Видел ли ты, каково воздействие саляма? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, вы не зайдете в рай, пока не уверуете. Первое условие – иман, вера. А условие веры – это вы не уверуете, пока не полюбите друг друга. То есть любовь. А условие любви – не указать ли мне вам на нечто, что заставит вас полюбить друг друга? Распространяйте между вами салям. Тот, кто распространяет салям, получит в раю дом, у которого внешние стороны будут видны изнутри, а внутренние снаружи. Сегодня – это день саляма. И ас-салям – это одно из имен Всевышнего Аллаха. Давайте приучаться к этому. Если кто-то позвонит тебе и не скажет ас-саляму алейкум, скажи ему, любимый брат, поздоровайся. Скажи ас-саляму алейкум. Да. Сначала люди удивятся, это правда. Но учи их. Один раз, два, три, и люди научатся. Какой-то человек зашел на общее собрание. Ты вежливо говоришь, о такой-то. Ты не скажешь ас-саляму алейкум? Ой, извините, я забыл. Ас-саляму алейкум. Ва алейкум ас-саляму рахматуллах. Сделайте сегодняшний день днем саляма. Будем учить наших домашних, а также взрослых и детей. Научим их, что значит салям. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خلاً